Ванна, как вы уже поняли, я после душа, я собираюсь на день рождения журнала Pink, и укладку буду делать не сама в парикмахерской, но краситься буду самостоятельно, поэтому, если вам интересно данное видео, то оставайтесь со мной. Первое, что я сделала после душа, я, конечно же, использовала питательный крем, так как у нас сейчас зима. Питательный крем у меня «Роскошь питания» от L'Oréal. Также у меня есть другие крема, мною очень любимые, но они увлажняющие, и наношу я их на ночь. Днем надо питательный. И следом я буду использовать от Avon крем для лица «Совершенство», но это у меня идет не как крем для лица, а больше как основу под макияж. Очень хорошо и долго держит макияж. А мне надо будет, потому что я сейчас не сразу еду в парикмахерскую укладывать волосы, а еще сначала за детьми в садик, в школу. Поэтому мне надо будет, чтобы макияж держался долго. Наношу, так как я шею тоже крашу, чтобы лицо не отличалось от шеи, не было эффекта маски. Жду минут 10, хорошо впитается, и тогда можно будет наносить уже тональный крем. Я пока попью чайка и к вам сейчас вернусь. А теперь приступаем к нанесению тонального средства. У меня это от Maybelline, 24 часа стойкость, идеальное покрытие, 21 номер, медово-бежевый, SPF 19. И использовать буду, естественно, Beauty Blender, так как распределить правильно средство по лицу, с ним, конечно, лучше всего. Сначала я распределяю пальчиками, а потом уже бьюти-блендером. Мне так удобней. Чем влажнее бьюти-блендер, тем тоньше на вашем лице будет тональное средство. После я использую консилер для того, чтобы скрыть свои синяки под глазами и пигментные пятна. Следом использую пудру Випера. Ну и, конечно же, румяна. Без них никуда, потому что лицо после тонального крема плоское, надо придать ему форму. И я буду использовать румяна от LR Deluxe, это мои любимые румяна. Также у меня есть тоже любимчики, карамель. Сегодня я тоже буду их использовать, ну буквально чуть-чуть, потому что они больше повседневные. Эти более стойкие, такие более вечерние. Теперь тени. Использую тени крайне редко, но так как это будет вечерний макияж и мероприятие будет происходить вечером, то тени буду использовать. У меня это Naked 2, и какой оттенок выбрать, я даже еще не знаю, потому что прям не знаю, что будет. У меня так всегда, поэтому не удивляйтесь. Ну, наверное, на основу в любом случае я положу тени Fox. Меняю кисточку и буду использовать уже тени в крайний уголок глаза Тейси. Чуть-чуть уходим на неподвижное веко. В данный момент макияж более нюдовый, и чтобы исправить эту ситуацию, я добавлю черных теней. Кисточку тоже поменяла. Черными тенями я прорисовываю по складочке века.
и захожу чуть-чуть на подвижное веко. Получается как-то так. Чтобы тени равномерно легли, то мы распределяем кисточкой, то есть их растушевываем по всему веку. У меня есть синий карандаш от Avon, очень удобен, то что его вообще не надо точить, он выкручивается. И кисточка. И я сейчас буду делать акцент на нижнем веке синего цвета и слегка прорисую стрелочку тоже этим синим карандашом, но с помощью кисточки. Теперь приступаем к коррекции бровей. Мне понадобится стайлер, у меня цветной от LR, щеточка и карандаш. Любой карандаш, который вам нравится под тон ваших волос. Расчесываем их с помощью кисточки и распределяем наш карандаш по всем бровям. Теперь будем использовать хайлайтер. У меня такой вот от Flomar. Турецкая фирма, и его буду наносить под бровь. Чуть-чуть в уголок глаза. И на бантик. Если хотите придать лицу сияние, то, конечно же, можно еще и на скулы, поверх скул. Ну и теперь дело за тушью, чтобы глаза стали выразительными. У меня это от Maybelline лиловая, моя самая любимая, она ни разу мне не подводила. У меня стоит выбор между двумя помадами. Помады-карандаши, помады-блески. Нуба, 7-й номер, это, наверное, моя любовь, скорее всего, что сегодня она будет у меня на губах. Но так как до мероприятия еще часов в 5, то похожу я с бордовой Maybelline. Вы часто спрашиваете, что это за помада, какой номер. 310, и она реально шикарная. Если вам нравятся на моем канале такие видео, обязательно ставьте пальчики вверх, пишите в комментариях, я буду снимать чаще. Ваша Запорожская, люблю, целую, пока-пока!